Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас... наверное, все же мы пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Смотрите, нашему Чаризарду осталось 11 уровней. Еще, если ему еще прокачать как минимум там 2-3 уровня, это вообще охрененно будет. Пикачу осталось 12, и остальным там по 12, и Тентакруэлю еще 47. Иви у нас 176. Нормально. Ребят, я, наверное, все-таки сейчас выключу шейдеры. Хотя нет, пускай они будут. И, в принципе, ребята, я не знаю, стоит уже сейчас идти, потому что сейчас темно уже будет, а ночью как-то неохота. Поэтому фиг его знает. Бам-бам-бам. Дайте подумать, у нас 20 яблок. Если, допустим, у нас все покемоны будут 50 уровня, нам нужно минимум 60 яблок. А до 50 уровня еще охренеть как далеко. Ну, не считая Чаризарда и Тентакруэля. То есть нам нужно стак яблок. Охренеть, ребят, нам сейчас остается, то есть, только яблоки искать больше ни хрена. Ну так получается, потому что, чтобы как можно быстрее прокачать всех покемонов, Снорлакс... Записали, полетели. Чаризард, выручай. Давай как можно быстрее там на поиски Снорлаксов. Потому что, в принципе, действительно нужно, ребята. Хотя нет, давайте все-таки шейдеры я выключу, потому что, в принципе, сейчас мы тупо Снорлаксов будем искать, и мы будем летать опять. Опять будет прогружаться кучу, и поэтому без шейдеров, мне кажется, лучше будет. И не будет так глючно. А мы вообще... Да не, в принципе, правильно мы летим. Давайте сейчас на карту посмотрим. Да, он в горах спавнится, вот в таких лесах тоже и в таких лесах. То есть мы как раз правильно летим, он где-то тут да должен быть. Ребят, просто если так даже смотреть, все покемоны, чтобы не прокачивать всех там покемонов, допустим, там до 55 уровня, да, и потом там у каждого останется по 5 уровней, и вот те 5 уровней уже как бы... допрокачивать с помощью Рокенди, тогда вообще нет смысла, потому что мы и так будем прокачивать их обычно, а только там пару уровней мы будем им допрокачивать с помощью Рокенди. Это в принципе и так, можно сказать, получается долго будет, поэтому как-то я не вижу смысла, ребята. А если, например, мы сейчас будем их прокачивать на тех же Снорлаксах, да, то, например, мы их будем и прокачивать, потому что, в принципе, Снорлаксов нормально так уровни идут, да? Ну, как не очень уж прям нереально много опыта с них идет, но и так, в принципе, нормально. То есть мы их будем и прокачивать, это во-первых, а во-вторых, мы с них будем и выбивать вот это. Ох, ни хрена себе. Мы с них будем выбивать... Да твою ж мать, пропал босс. Ну ладно. Мы с них будем, ребята, выбивать и яблочки. А в принципе, за яблочки мы уже сможем покупать Раркенди. У нас сейчас только два... У нас уже, если мы продадим все ресурсы, у нас будет ну просто нереально большое количество золота. То есть мы себе уже сможем сделать, ну, стака 5, да, там Раркенди, допустим. У нас есть куча тростника, тоже нам хватит на... Не знаю, на, допустим, стаков 5, да? Будем так считать. 5 стаков. Ух, ферролегатор. Допустим, 5 стаков, да? Ух, нифига себе, то есть Снорлаксы отлично ночью спавнится. Так, еще, что там еще нужно? Глоустона. Глоустона у нас тоже куча. То есть, тоже, допустим, хватит там на 5 стаков. Допустим. А яблочек у нас 50 штук. То есть у нас куча глустона, тростника и всех остальных ресурсов. Но яблочек нету. То есть, ребята, все, что нам остается, это яблоки. Нам нужно. Если мы будем рубить деревья, то это долго будет. А вот так как раз мы и качаемся на Снорлаксах. И, в принципе, мы и добываем себе яблочки, можно и так сказать. Потому что, ребята... Я, конечно, могу добавить яблочки в ту же продажу, да, то есть, например, там, допустим, будет хотя бы 2 яблока, 1 алмаз, да, то есть 30 алмазов дать, это такое, и мы получим 60 яблок.
30 алмазов за 60 яблок это нормально. Но, ребята, тогда уже будет получаться так, что мы будем прокачиваться уже просто нереально быстро. Сейчас можно сказать, давайте устроим такой небольшой опрос. Потому что если мы даже добавим те же яблочки, вот, 2 яблока Снорлакса выпало, это еще плюс 2 раркен, и это нормально. То есть вот так немного прокачаться, иногда пойти за теми же яблочками, да, поубивать Снорлаксов, это нормально. А если, например, мы, ребята, добавим те же те же яблочки в продажу, то есть мы уже даже вот так нормально прокачиваться не будем. То есть мы не будем охотиться на каких-то покемонов, которые нам нужны, да. Вот так, ну как бы часто. Тот же, например, Снорлакс нам нужен, чтобы с него яблоки повыбивать, да? Допустим. А если мы добавим яблоки в продажу, то есть мы даже уже не будем ни на какие острова бегать, чтобы прокачиваться. Иногда будем. Мы даже не будем ни на какие... мы уже не будем только даже на Снорлаксов охотиться. Мы уже даже не будем практически летать. Мы просто-напросто будем искать покемонов-боссов, убивать их, продавать вещи и покупать себе яблоки и остальные ресурсы, и прокачивать всех наших покемонов с раркенди. Это, конечно, намного быстрее все получится, но... Тогда я говорю, ребята, если сейчас мы 80%, например, прокачиваем покемонов... Ну, не 80, но большую часть покемонов... Большую часть процентов мы прокачиваем покемонов просто вот так, например, качкой, да, обычной. А там остальные проценты с помощью раркенди. То есть, если мы добавим яблоки в продажу, то мы будем... Уже будет наоборот, то есть мы больше будем прокачивать покемона с помощью Rare Candy, чем с помощью обычной прокачки. Это уже согласитесь, ребята, просто согласитесь со мной, что это уже будет не так интересно, потому что... Что мы будем делать? Мы не будем охотиться на покемонов, мы не будем их искать, а просто... Идти добывать те же ресурсы, продавать их и... покупать себе яблоки. Или, например, будем иногда там боссов, да, искать, например, найдем мы там... 10 боссов выпадет вещей там, допустим, на 30 алмазов. Мы пойдемте 30 алмазов продадим, купим себе 60 раркенди и 60 яблок и сделаем себе 60 раркенди. Таким образом, ребята, у нас и быстрее будут кончаться остальные ресурсы, потому что мы очень часто будем прокачивать покемона с помощью раркенди. И также, в принципе... Мы будем только ими и прокачивать практически. Поэтому это будет не так уж интересно. То есть мы заходим в игру, прокачиваем с помощью раркенди, все, пока. А так, например, мы, ребята, как сейчас. Вот, у нас 3 яблочка уже есть. Мы зашли. Сейчас охотимся на снорлаксов. Ребят, я уже загораюсь. Ребят, я уже заговариваюсь, простите, просто у меня уже, ну, 12 часов ночи. Я уже немного подусал, поэтому, ну, но все же. Допустим, да, иногда там заговариваюсь. А так, ребята, сейчас смотрите. Мы пришли, немного поохотимся на снорлаксов. Тем временем, как мы на них охотимся, да, мы прокачиваем... Понемножку, конечно, не очень быстро, но мы немного прокачиваем наших покемонов. Мы их и прокачиваем, и тем временем, ребята, мы себе и добываем немного яблок, чтобы потом себе купить раркенди. Ну да. Чтобы сделать, а не купить. То есть, ну, купить ресурсы, да, но с помощью тех всех ресурсов делать раркенди. Потому что, если даже сейчас считать, у нас все ресурсы, даже тоже золото, у нас сейчас есть. У нас дефицит сейчас только на яблоки. Яблоки, ребята. Конечно, можно попробовать с помощью трикапитейтора, да, то тупо рубить деревья. Но мне не кажется, что это будет очень быстро, то есть... Не знаю, ребят. Можно, конечно, это все попробовать как можно быстрее, как будет быстрее, но потом посмотрим. Ребята, добыть ресурсы. Я немного добуду. Я просто говорю, ребят, я уже немного, я немного добуду себе угля, потому что уголь, в принципе, нужен, да. Там, конечно, у нас куча угля, но так как у нас есть вот эти все плавильни, то он, в принципе, и можно сказать, и быстро заканчивается. Поэтому, чем больше угля, тем не так скоро мы пойдем в шахту за ним, да? Логично. Ну чё, Черизард, давай, добей уже Снорлакса.
что я вспомнил, ребятушечки? Что я говорил? Мы пойдем в ад, добудем себе ресурсы, которые нам нужны для постройки, для остального. Тот же глоустон и все такое. Мы сделаем себе магазин, чтобы мы могли покупать себе ресурсы, то есть продавать шмотки, которые выпадают с покемонов-боссов, чтобы покупать себе, чтобы получать алмазы за них и покупать себе что-то другое, те же алтари и все такое. Мы построили магазин, мы сделали себе ультраболы, кучу, ну как кучу, уже не стак, конечно, но все же больше, чем полстака. И сейчас что, ребята, мы начинаем охоту. То есть мы будем ловить всех покемонов, которых мы будем находить. Вот, например, Саблей, да? Ну, зато мы 2 алмаза получили. То есть я не знал, убивать его или... Там еще один Саблей. Их, в принципе, можно поубивать, с них ни хреновенько так алмазов падает. Если бы с каждого вот так выпадало, было бы вообще охрененно. Там еще их 2. А там сзади боссик заспанился. Боссик. Охренеть, мы так... Бассандра там заспавнилась. Вот ты где, Чукча. Иди сюда. Отлично, то есть этих мы не будем убивать. То есть этих мы не будем ловить, а лучше убить. Хотя, у нас же и так куча алмазов есть, поэтому я даже не знаю, ребят. Давайте попробуем ультраболом. Он 18 уровень, у нас сейчас в команде нет таких покемонов, которые могут усыплять, мне так кажется. Давайте сейчас посмотрим. Меганиум. Но у него вроде нету. Данстер Пойзен. Вот, эти можно. То есть эти мы вот так и ловили, да? Эти можно хотя бы попробовать. Значит, мне кажется, что... там еще Снорлакс есть, там еще Покебосс есть, покемон-босс. Давай, если словишься, Саблейд. О, отлично. Плюс один покемон, то есть мы еще уже одного покемона словили. Снорлачок, о, там Манчлакс, его, в принципе... О, там еще один вот этот Саблейд. Зараза. Давай, быстренько. Тентакруэль. Давай, покажи свою мощь. Твою мать, ладно, лучше бы я не говорил. Давай, Пикачу нас всегда выручает, это же Пикачу. Твою мать, Пикачу. Ну, Меганиум. Я знал, что он выручит, я сразу знал. Так, Покехилл. Там Манчлакс был. То есть, ребят, мы уже начинаем большую охоту. Начало большой охоты. Так, ну чё, Манчлакс, если Саблей так не ломался, то ты уже 100% должен прям залететь в покебол. Если ты нормальный чувак. Давай, без проблем, это вообще легкая добыча. Чё тут? Я говорил, я знал, ребят, я знал, я предугадал. Да, не, ну, если честно, не знал, но все же, это же мальчик. Так, кто там у нас? Снурлакса тоже нужно. Это кто тут? Ну, это Чимчар, да, а вот это Руфлет. Хорошо, что не рулет. Рулетик, иди-ка ты сюда. Не знаю, какой там рулет. Рулет. Пускай он будет рулет. Руфлет, конечно, еще немного другое на мысль спадает, кроме рулета, если понимаете, о чем я. Ну ладно. Но все же, давайте-ка мы попробуем. Нет, все-таки спадает рулет, действительно. Просто руфлет, рулет. Убрать букву F и будет рулет. Покемон рулет. Ну, конечно, птица, да, то есть на фарш и в рулет. Отлично, 3 новых покемона. Чё ты опять глючишь, чувачина? Чё ты, это какие-то промежуточные лаги такие. Пиджо, хотя как промежуточные? Пиджоту вот там удобно очень. По воздуху ходить. Ух ты, вот это что-то новенькое. Такого еще не было, ребята.
Дайте-ка мне минуточку. Как мне кажется, мне нужно перезаходить. Это уже что-то нереально начало лагать, я не знаю почему. Из-за руфлета, может? За рулета. А вот тут не лагает. Рулет, ты что-то какой-то... Ты что-то какая-то зараза. То есть ты... Мы тебя словили, и ты нам такой... Так, месть твоя. Месть твоя. То есть у него пассива такая, ребята. То есть, когда его ловишь, он заставляет лагать там. То есть тут не лагает нормально. И там не лагало, а вот сейчас начало. Так, и как я понял, Диглет. Кто же еще? Ну кто же еще, если не Диглет? Кто же еще? Только Диглет. Вот опять его пассива действует. Это пассива рулета. Рулетская пассива. Нет, ребят, я так не могу играть. Да я думаю, и вам не очень так удобно смотреть. А вот тут не глючит. То есть единственное место, где не глючит, это возле нашего дома. Все, мы будем тут. Ребята, больше мы никуда не уходим. Ах, рулет. Ух ты. Пиджет 39 уровень, Иви 38, Меганим 40, Черезад 50. Ну, пару уровней мы все-таки прокачали. Мы прокачали 1, 2, 3, 4 уровня. Считайте, мы нашли только одного покемона-босса и Снорлокса. То есть нормально, можно так сказать. Вот что я хочу. Давайте-ка мы проверим покерада. Ух, какой покерадар, какой покерадар. Трикапитейтер. Сейчас мы пойдем, попробуем срубить. Ну давайте, давайте просто поставим такую цель. Ну сейчас давайте, 10-15 деревьев. Давайте пускай будет 15 деревьев. Одно. Сколько выпадет яблочек? Сейчас у нас 9, ребят. Запомните. 2. И, в принципе, и деревко себе набьем, да? 3, то есть мы уже 3 срубили, да? Три, четыре, одно выпало. 5. Давай, 6. Тут у нас 7 идет, да? Семь. Вот там я видел, еще выпало. Сейчас сзади посмотрим. 7. Не забыть. Вот видите, тут не выпало. 7. Восемь. Ну давай, 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 давай. 9. 10. 2 выпало. Точнее, 3 выпало. 10. Давай, 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 побыстрее. 10, 11. 10. Еще парочку осталось, просто, ребят, чтобы посмотреть, сколько все-таки выпадет. 12. Еще 3 деревка. Хотя ж вряд ли что-то выпадет. 13, еще 2, да? Еще вот это вот что-то реально глючит, хрен его знает почему. И еще вот это. Все, ребята. Нам выпало... 3 яблочка. Хотите сказать, это много? Мне так не кажется. Вот еще одно срубили. 3 яблока за 15 деревьев. То есть там нужно срубить хренову тучу деревьев, чтобы хотя бы там 10 яблок себе добыть. Ну, конечно, вот у меня есть еще сейчас второй вариант. Сделать себе алмазный топор, зачарить его на... зачарить его на вот это эффективность, да, и попробовать как можно быстрее, то есть может еще быстрее они будут рубаться, и посмотрим. Свайни, свайни, свайни. Отлично, травяно. Да. Вы?
Нап. Вот, вот это так, это так. Я сейчас снайперский прицел включу и тебе... Ладно. Тут только сказала, она уже, ребята, поняла, что лучше не надо шутить. Лучше я все-таки попад... О, что мы выкинули топор? Где? Пропала? Вот. Вот. Ее у нас еще нету. Ху. Ловим. Она словится, ребят. Это такое. Она 100% словится. Смотрите. Да, даже не нужно смотреть. Твою мать. Ладно, еще раз. Вот это она просто, знаете, там что-то не туда нажала и выскочила с покебола. А сейчас, сейчас она... А, ну просто нужно подготовиться. Вот сейчас она 100% словится. Смотрите, ребят. Вот да, даже не нужно смотреть. Это что-то забагало у нее. Забагало, да. Это. А вот сейчас она 100% словится. Смотрите, ребята. Да даже это вообще легкая добыть. Да твою ж мать. Не говори, что на тебе мастербол нужно использовать. Потому что. А не мастербол. У меня даже нету чем тебя ударить или усыпить. Не будь такой тварюгой, снайви. 7-й уровень, ты чё? 7-й уровень, ну чё, ловись, давай, давай. Ты такая паскуда. Я пошутил, только словись. Ладно, я пошутил, что ты легкая добыча, ты очень такая тяжелая добыча, ты очень такой офигенный покемон, снайви, пожалуйста, словись, ты очень ценный покемон, ну, очень, честно говорю, ты очень ценный покемон, снайви, честно тебе говорю, ты очень сложная добыча. 100%, ты очень сложная добыча, снайви. Короче, иди ты в жопу, снайви. Я тебя и так уговариваю, ты никак не хочешь. Вот как с ней нужно. Просто послать их. Да иди ты. И все, и она сразу словится, ребят. Я просто знаю тактики, знаю. Это уже натренировано, то есть тактики. Ну только я знаю тактику снайпа. Вот сейчас я уже записывайте, ребята. Тактика снайпа послать, я уже вы просто как пофигист. Да иди ты нафиг и словите. Она сразу словится, честно. Вы сами видели. Поэтому вот так ее нужно словить. Гулдин. Не гипно, нет. Я сказал Гулдин, а не гипно. Ты чё-то не то услышал? Ну, хотя спасибо, ты нам пару уровней всё-таки дал кому-то. Тентакруэля вроде там пару уровней. Так, Иви. Иви, поздоровайся и уходи назад. Да чё ты... Не, ух, опять вот тут глючит. Очёчки нам нужны. Очечки нам очень нужны. Спасибо за очечки. Так, теперь домой. Это у нас тут кто? Ра-та-та. Булдор нет. А дед наша ра-та-та. Вот она. Нет, это не Ратата, это не знаю кто. Это нет, ребят. Я пошутил. Хотя почему? Ее нам не нужно ловить, поэтому как-то пофиг. Хотя нет, нужно. Это не Ратата, нет, ребят. Все-таки. Это нет, потому что она такая мелкая зараза, хрен на нее попасть. Я, короче, сейчас включаю снайперский прицел, и тебе такая. Второй раз срабатывает, ребята. Видите, еще одна тактика. Записывайте, ребята. Это очень ценные советы. Тактики, все-таки тактики. Это нафиг. Так. Ладно, пропал так пропал. За Булдором мы 100% идти не будем. Он далеко зарыт. Поэтому, ребята, в принципе, давайте на этом уже закончим эту серию. Хотя нет. Нет, ребята, мы же кое-что забыли, да? Ну, ща.
Итак, ребята, давайте-ка мы начнем выбирать победителя. Так, сейчас давайте-ка мы вот так. И давайте выберем, кто же у нас тут будет. Я не знаю, давайте. Вот, ждем. Вот они уже тут. Ждем. Вот, ребята, ну что, давайте. Кто? Я не буду читать твое имя, извини, но Лояк, я не знаю вообще имя ли это, но все же. Так, где наш? Вот он. Это что за хрень? Это меня плющит. О, смотрите. Это если возле воды так близко стоишь, это оно. Хрен его знает. Так. Кто там был? Пиджиот. Вот так, ребята. Вот у нас эта стена. Кто угадал? А покемонов, так это уже сразу можно забирать. Победитель. Ну, как победитель? Тот, кто угадал. О, чуть не упали. И вот так. Отлично. В принципе, ребята, давайте уже сейчас на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, ребята, если наберем 100 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем удачи и всем пока.